Я считаю, что в наш театр надо ходить из любопытства, а не из вежливости. Для чего? А чтобы получить заряд жизни, чтобы получить заряд впечатлений, вообще, чтобы как-то ощутить жизнь по-новому и очень активно. В этом театре ставят лучшие режиссеры современные. Это театр очень больших энергий, идущих в зал. Это очень энергичный театр и очень добросовестный. Здесь много талантливых и очень, так сказать, активных, очень энергичных, атомных артистов. И это очень подтверждает зал. Стоящий в овации зал. Так что, придите, проверьте, короче говоря.